Витя, слышь, прыгай, просто двойной прыжок не забывай есть. Да, Витя, ты что? Раунд win. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King Gunfire, Серега, Кошак, Нига IP, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Салам алейкум. Сегодня у нас очень классная карта, называется Бикини Ботом. Я должен сегодня убить Виктора Кошака. Так, где у нас Виктор Кошак? Он играет за Спанч Боба, а я должен его замочить. Если тебе не будешь, приятного аппетита, а мы будем начинать. Чё? Надо бы место. Дима за птичку летает здесь. Я просто проверяю обстановку. Какая я проверяю, как это, знаешь, говорил, ассасин, орел летает, проверяет, как что, где. Тихо, тихо, чё, дурак что ли? Так, я вообще не вижу Спанч Боба, а я его вижу. Моя цель его убить, правильно? Слышь ты, Патрик, вонючий. Слышь ты, бессмертие вырубай, какашка ты вынес. А, я аж бессмертие забыл выключить. Стойте, стойте. Вот, разрешить урон между игроками. А вот теперь погнали. Не обязательно, чтоб я убил. Главное, чтоб он умер. Я сейчас это сделаю. Так, меня убили. Хорошо, кошак справился. Это же ж просто пробное. Сейчас будут разные к вам приходить монстры. Уже все готовы. Почему я раньше не использовал эту штуковину? Потому что оу, она... Оу, красота! Убили, убили. Блин, у нас такие классные штуковины есть. Ставьте лайк, лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ой, что-то со мной не то. Кто меня задело, но не убил. Не убило, но должно задеть лучше, правильно? Где прячься? А, блин, меня что-то дамажит. Понял, понял, пацаны. Что-то пошло не так. Так, тут такой телепиздрик. Я бы рекомендовал спину, тут есть место, тут просто спину лучше прикрывать. Плохо. Дурак что ли? Не ходи. У меня граната должна быть. Ого! Вы чё так мин много поставили? Это разве честно? Кто это наставил? Какие-то неадекватные сегодня играют с нами пацаны. Сегодня будем импровизировать по на 100%. Ты куда покатился, колобок? Не до колобок. Я тебя ударю током, конченый. А я еду. Да твою ж калашматки. Да вы сколько их там наставили? А их нету больше. А, надо быстрее, быстрее. Еще разок, погнали. Вот говно, не то нажал. F. А, я сам уничтожаюсь, понял. Значит, в тот раз я сам уничтожился, меня никто не убил. Суицидальный Димас. Так, кто-то видит его? Да как вы и что, опять их успели поставить? Вы че, вообще неадекватные? Да. Хорошая работа, пацаны. Good job. Отличная работа, Олег. Так, надо спаун тут поставить, потому что далеко появляюсь. На! Не убил. Эй, я должен был тебя убить. Так, кто у нас еще есть? Все минирует. Так что Димас, ты вряд ли сегодня зайдешь ко мне. Ого, я псих. И сундуку по башке надаю. А он Джимена взял. А Джимен сегодня псих. И где ты? Выходи, Спанч Боб. Я не скажу, нет. Слышь, ты чё? А я знаю, где ты. А я знаю, где ты. Джимен сегодня вообще псих. Почему мы Джимен раньше не использовали? Он же крутой. Нет, он тупой. Какой он тупой? Сейчас за тупого я тебе по башке дам. Слышь, ты пока там Димас будет всех расслабляться. Слышь? На, Димас, по лицу, держи. Он пока это...
А вот теперь, Виктор Кошак, а вот теперь я тебя не отпущу до посинения. Солотись страшно, да, когда знаешь, что сейчас умрешь? Витя, просто беги от него. Тут заминировано. А я сейчас убью... Ого, извини, обстоятельства. Ты чё на меня крышишь, батон? Убил! Нет, не убил, не убил. Витя, слышь? Прыгай, просто двойной прыжок не забывай есть. Да, Витя, ты что? Раунд win. Пацаны, поменяйте тактику. Можете в любом месте зашкериться на карте, не обязательно это. Вам даю 5 секунд на подготовку, я выхожу. Только я беру Джимена, больше не буду. Ой, беру. Витя. Больше брать его не буду. Потому что кажется читерски. Ну что, я пошел атаковать вас. Давайте, мои. Ого! Вы чё? Ну и ладно. Да что за чвяки-чвяки-чвяки-чвяки? Да вы какие-то ненормальные. Как мне вообще пройти теперь эту левелу? Не давайте ему пройти, ребят. Ях. Да, то он зайдет, сразу меня убьет. Я сейчас вот... Вот как играть? Вот как? Хорошо, хорошо. Я не хотел вам показывать всю свою мощь. Чего, Димас, я уже заждался тебя. Вылази там из это, бочки. Ой, да, 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 запалит. Ого, оно жахнуло. Что происходит? Да вы что, какие-то ненормальные? Это я люблю так только делать. Все, готовьтесь, Виктор Кошак. Да, я готов. Выдвигается неадекватный челик. Блин, он почти попал, Серега. Капец. Все, он за карту ушел. Он там за карту, я его закинул. Ну как тут тебе живется, нормально? А ну давай. Да блин, да вы задрали. У нас есть еще же другие паки. Вы что думаете, вы самые умные? О, давайте уже ползучий будем брать. Че, Димас, пробиваешься там? Да. Да я тут боюсь все. Боишься, правильно и делаешь. Я тут за бочку. Ой, короче, я спрятался. Ты внутри или нет? Да, внутри сижу за бочку. Тебя нету здесь. За... Там несколько бочек. Там несколько бочек, Димас, да. Не вижу никого. Да зачем вы убили своего? Вы что, вообще ума нету? Витя, стой, не двигайся. Вот просто тупо стой. Сейчас. Купол. Да какой купол? Как мне его убить? Ого, жахнуло. Сейчас. Найти будем масса. А я в одном из вас. Ну не во мне точно. Сразу не во мне. Потому что я только что суицидился. А, понял. Начни в тебе, да. Сейчас, задержечка. Просто подожди. Может, все суициднитесь, тогда будет понятно. Че, будем говорить им? Сейчас. Не во мне точно, я скажу. Все, я уже убил дипера, я был в нем. А зачем мне говорить? Я сейчас вас и так убью. Да? Конечно. Вы думаете, что вы самые умные? Конченые атакуют нас. Жди. Ой. Вижу вас. Вижу, вы в туннеле сидите розовым. Блин, Серега, нас раскрыли. Ого, вы тут мины ставили, молодцы. Ты не честно так. Умри. Я побежал. Нет, Витя. Серега, так, надо мне килл прописать. Там, блин, я такое наставил и буду, ты шо? Димас умер. У меня 1000 хп.
Так, пацаны, лечу к вам. Ждите, убийца идет. Не хотел, конечно, мочить Виктора Кошака сразу. А, ты уже убежал оттуда или нет? Да, убежал. Ну понятно, секунда, ну такое дело. Так непонятно, где ты? А, вижу, вижу, вижу. Нет, не вижу. Вот и хорошо. Ну, мне кажется, тебе просто бы надо сказать какие-то последние слова. Ты думаешь, что ты сидишь... Ненавижу. Не, ну это мои слова. Ты думаешь, что если ты взял в руки арбалет и за дверь залез, я тебя не найду? Давай, 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 давай. Так, куда же он пойдет? Пацаны, охраняйте. Он же пробежал мимо вас, чего вы его не охраняете? Раза где он? Ну он лодку пробежал, вот сейчас пробегает спаун. Вот я тут дурник. А где Димаш? Ну я смотрю. Ой, тебя убили, Виктор Кошак. Ой, зачем? Так, а где Кошак? Вижу, вижу, вижу. Меня этот газ... Я завис. Ну газ это такое. Напердил. Ну газ, не убивай Кошака. Все, Кошак, давай, я должен тебя лично убить. За минуту, в течение минуты я должен тебя замочить. Да? Конечно. Я побежал. Давай. Я, скорее всего, понял, кто ты. Говно, не того схватил. Не того, не того. Так. Отчет идет. Стой, стой, Витя, 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 иди сюда, я тебе бомбу поставлю. Все. Отлично. Зажрал меня. Говно. Миссия completed. Сейвс. Ну что, давайте теперь все против меня. Все против тебя, говоришь? Да. Сейчас будет месть. Это тебе за Кошака, Димас. Нет, стой, я улетаю. Не, так давай повоюем, убейте меня. Нет. Убей. А я живой. Нет, ты мертвый. У меня пишет жизнь 1 хп. Ты мертвый. Ты мертвый. Ну блин, ну хоть чуть-чуть, может, живой. Нет, минус 1. Вы задрали. Так, я все-таки не успокоюсь, пока я теперь должен убить Сережку. Просто реально хочется именно в конце, чтобы я тебя убил и радоваться, а то убил ты меня. Так, Патрик, 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 ты мой. Вижу, 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 бегает. Да ты задробный, ты дай убить. Нет. Я понял, это невозможно. Какой-то неадекватный человек. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.